Приветствую, с вами Лимана. Все-таки думала вечером сниму, но мои так вещи положили в машину и пошли пока искупаться. Ну, в общем, я подстроилась и решила сейчас снять видео. Я хочу немножечко тоже дать практику в конце этого видео, но еще поговорить с вами о том, что чаще всего люди в жизни, ну, в общем, какие-то пустые надежды испытывают, либо там негативно к кому-то относятся, даже в том числе с теми, кем живет, неуважительно относятся. Это все потому, что какие-то свои, в общем, вот представления у человека, да, вот он думает, что все должны вот соответствовать вот таким, вот таким, вот таким, да, принципам. Его принципам личным, как-то вот так поступать. Что я вам хочу сказать? Просто придерживайтесь золотой середины и бартера, то есть вот как вам, так и вы. И еще, знаете, вы не должны терпеть, допустим, если даже вот у вас в семье там кто-то такой человек, смело уходите, потому что это не изменится. Но если чувствуете, что, конечно, человек может расти вместе с вами, то да. Прямо вот резко пересекайте какое-то неуважительное отношение, отношение к вам. Потому что вот я считаю, что даже все насилия в семьях, вообще какие-то там, я не знаю, когда там женщину одну оставляют, там, не знаю, в общем, там на деньги, допустим, бывает, тоже кидают. В этом, с одной стороны, виноват сам человек, который поддался на это, на все. То есть везде есть звоночки свои. Вот как сегодня я фразу такую читала, что все имеет свой посыл, то есть все, какой-то результат, где-то вы ошиблись, и вот дальше это все как снежный ком наросло. Вот мои идут уже, я буду заканчивать эту часть, и вот еще вечером тогда третьим видео дам вам практику небольшую. Так, никогда не терпите.